Мои подписчики утверждают, что уголь всегда размножался и размножается в наших реках и озерах. Это заблуждение. Угря невозможно размножать искусственно. Некоторые ученые группы проводили эксперименты и потерпели фиаско, пока считается, что это невозможно. Уголь размножается только в одном месте на планете, в Саргассовом море, почти в центре Атлантического океана. Это единственное море, не имеющее берегов, окружено морями и океаническими течениями, поэтому оно выше уровня Мирового океана на 1 метр. Нерест угря происходит на глубине 400 метров. После нереста уголь погибает, а его личинки в количестве до миллионов особей подхватываются течениями и разносятся к берегам. К нашим берегам угря приносят теплое течение Гольфстрим, и далее угорь заходит в заливы и реки Балтийского бассейна. После того, как угрю исполнится 10 лет, он начнет свое путешествие обратно к океану и далее в Саргассово море. Когда мы запускаем угря в свои пруды, мы знаем, что при достижении половозрелого возраста угорь будет стремиться вернуться в океан и постоянно уползать с нашего пруда, искать ближайшую речку или ручеек. Счастливчикам, которые пройдут 9000 километров и доберутся в Саргассово море, удастся разметать, оплодотворить икру и умереть.